Всем привет! Вы на канале Виконста. Выбрался сегодня на прогулку, показать вам весенний Донецк. Нахожусь я в районе парка кованых фигур. Утро, будний день. Немножко прогуляемся мы по городу. Покажу, как он выглядит весной. Многие просят, почаще выходи, показывай нам вот эту прелесть под названием Донецк. Здесь немножко добавилось у нас раритетов в виде вот таких прекрасных скульптур, сделаны собственноручно кузнецами, мастерами своего дела. Ну и поделиться новостями в связи с распространением коронавирусной инфекции, что происходит в Донецке. Прежде всего, первое. Дефицита продуктов нет. Да, был определенный спрос в начале, когда все скупалось тоннами, гребли, но сейчас такого уже нет. Я думаю, все, кто хотел, уже нагреблись. Что касается масочного режима, то в магазинах, в супермаркетах, на рынках все, кто осуществляет торговую деятельность, продавцы обязаны носить маски и перчатки. Также в банки вас не пустят без маски, либо респиратора. Вышли мы на центральную улицу города, это улица Артема. Трафик есть, но не сильный. Кстати, водитель, он в маске поехал. Я не знаю, вам не видно, наверное, будет. Сейчас мы на ту сторону по переходу перейдем. Хочу вам еще показать, как выглядит на сегодняшний день Донбасс-арена, потому что многие писали, что там уже бурьяны повырастали, хотя еще листвы особо нет. Но мы пройдемся, и плюс давно я вам не показывал этот район. Также кто спрашивал, супермаркет Бум, он сейчас не работает, к сожалению. Здесь образовалась вот такая вот стоянка для автомобилей. Маски в аптеках есть. Цена варьируется от 50 до 100 рублей на медицинскую. И респираторы я лично покупал на строительном рынке на Соколе. Это текстильщик, Кировский район. Это текстильщик. Что касается масок, то процентов 35 из 100 ходят в масках, даже по улице. Я считаю, что на улице человек должен дышать чистым воздухом. Ну, насколько он чист в нашем регионе, то вы все прекрасно знаете. Плавненько мы доходим до Донбасс-арены. Здесь у нас супермаркет «Геркулес молоко» и улица Челюскинцев. Ну, вот в таком состоянии у нас Донбасс-арена. Весна, 2020 год. Футболисты со стадиона наблюдают за всем этим происходящим. И, быть может, в то время даже не думали, что все так повернется. Как всегда, миф у нас опровержен, так как никаких бурьянов здесь нет. Может, в этом месте и было что-то, но его благополучно выкосили. Прогуляемся мы по городу немножко. Весна все-таки. Может, кто-то сидит дома. Я знаю, у большинства людей, которые смотрят, есть ограничения на передвижение по улице. Поэтому это вам немножко глоток чистого, свежего воздуха. Пока вы сидите дома, наблюдаете за этим всем делом через экран, то я сейчас иду по улице и рассказываю вам что-то. Быть может, это вам интересно будет. Ну, буквально 2 недели порасцветает все. И видите, он гнезда вьют. Я не знаю, что за птицы. И бутончики уже начинают распускаться. Раньше здесь был фонтан в этом месте. Спускалась вода в этот ручей. Этот ручей искусственный. Вот этот как раз фонтанчик. Но, к сожалению, он сейчас не работает.
Здесь также есть полив газонов. Вдоль растут, как видите, розы и маленькие такие трубки, по которым бежит вода и осуществляется полив газонов. Подготовка полным ходом. Избавляются от лишних кустарников и подрезают розы, чтобы они немножко получше росли сами. Прекрасные архитектурные сооружения. Большой просторный город, улицы. Ну и окружающая среда сама о себе может напоминать, что вы находитесь на Донбассе. Воздух немножко с примесью гари, так как Донбасс — это индустриальный регион. Вот так он выглядит на 2020 год. Красотища. Трафик есть небольшой, но хватает. По правую сторону осуществлялась продажа билетов. Информации от первого лица практически нет, поэтому что вижу, то и показываю, то и рассказываю. Вот так выглядит у нас кассы на Донбасс-арене. Касса не работает, к сожалению. Кто раньше ходил на матчи донецкого Шахтера, выписывали себе карточку фан-айди, но сейчас я на нее могу только посмотреть, как и на этот стадион. Ничего не поделаешь, такая жизнь. Сегодня так, а неизвестно завтра, как может провернуться все. Здесь есть экскурсии на стадионе. По стоимости я вам не подскажу. Я спрашивал, узнавал, но, к сожалению, так как это частная собственность, и внутри съемка у нас запрещена. Единственное, что можно фотографироваться, но вы саму атмосферу не получите, хотя мне бы хотелось внутри побывать и показать вам, как там все это дело выглядит. Мы верны тому, кем мы были, и тому, кем мы хотим быть. Донбасс-арена. Давайте еще немножко прогуляемся в сторону парка. Одуванчики у нас цветут уже полным ходом. Здесь знак стоит — пешеходная зона, только для пешеходов. Ну, иногда здесь проносятся машины, которые следят за состоянием этой тарелки. Дальше там РСК Олимпийский, проводятся некоторые выступления, приезжают иногда туда звезды, концерты, проходят бои смешанных единоборств, приезжают разные атлеты и выступают. На Донбасс-арене я не помню, чтобы вообще там проводили какие-то мероприятия после 2014 года. Рабочих хватает. Там мы видели, что занимались люди чем-то. И здесь вот одни там что-то делают, вторые вон там в палисаднике ухаживают за цветами. За стадионом следят, никто его не забрасывает, но факт в том, что футбольная команда здесь не играет. Хочется немножко сделать веселый влог, но я не знаю, саму атмосферу вам я передаю, но как-то на душе грустно. Не знаю почему. Как есть. Стадион разделен на 4 зоны. А, Б, С и Д. На данный момент мы находимся в зоне С. Это восточная трибуна. Если сесть здесь, то вы как раз будете находиться по центру поля. Зона Д и зона Б прежде всего предназначалась для фан-клубов,
ультрас, которые болеют за свою команду. И там практически ничего не видно, но поддержка, которая осуществляется вратарю, который играет за ту или иную команду, колоссальная. Постоянная движуха, бомки, гамки, фан-песни. Это все делается для поддержки вратаря, так как вратарь — это одна из ключевых позиций, потому что стоит на воротах, защищает свою вратарскую площадку и плюс рамку, в которую бьют мяч. Сосны, еще комаров нет. Не знаю, как вы, но я не любитель комаров, этих всех насекомых, так как не дают спокойно нам жить. И по левую сторону у нас парк, лесная сказка. Там вообще все статуэтки, все скульптуры стоят для детей. Напоминание о мультфильмах, которые смотрели раньше. Сейчас мы пройдемся на самое интересное место. Это смотровая площадка по Донецку, где открываются у нас все достопримечательности буквально за одну минуту. Там и терриконы, там и шахты, вентиляционный ствол, большие огромные территории, чернозем, который так славится по всей Европе, богатый регион по полезным ископаемым. Здесь станция Пионерская, курсируют поезда до ближайшей станции, ну, следят, все чисто, аккуратно, никто ничего не запускает. А то как посмотришь новости, фейки особенно, люди любят немножко поязвить. Да и в комментариях есть любители. Вам показываешь реальную ситуацию без всяких преувеличений, а все равно найдутся те, кому это все дело не понравится. Ну, пишите. Ух ты, обрезают деревья, и там загребают листву. Больше двух человек не работают в команде. Один смотрящий. Работа полезна на свежем воздухе. Это лучше, чем сидеть дома. О, уже открывается у нас вид на Кальмиус. Мне многие писали, что я как-то в своем видеоролике сказал, в свое время ходили здесь суда, перевозили какой-то товар. И мне как-то в комментариях сказали, что это все не так. Кому-то типа рассказываешь, здесь такого не могло происходить вообще никак. Речка мелкая. Не знаю, кто знает, напишите в комментариях, действительно ли это. По информации из открытых источников сети интернет, я такую инфу слышал. Там еще спортплощадка есть. Я смотрю, пару человек занимается спортом. К сожалению, солнце прям в камеру вам светит, но ничего не поделай. Сейчас мы в тенек зайдем, будет немножко получше. Ну вот мы и добрались до конечной точки, где мы, скорее всего, будем завершать на этом видеоролик. Вы сами пишите, как вам такая прогулка, почаще ли выбираться на улицу и показывать вам весенние влоги. Я жду вашу оценку. Также не забывайте подписываться на канал, если вы не подписаны. С вами был Виконста. Пока-пока.